всех с возвращением в мир NFS 3 Hot Pursuit. Это девятая серия, которая называется «Каменные джунгли». Друзья, мы прошли 8 трасс, ушли от полиции и получили за это бонусную трассу и бонусные машины. Такие как Jaguar, GK и El Nico. Вот давайте сравним. Видите, мы проигрываем в ускорении, максимальной скорости, но выигрываем по управлению и тормозам. Поэтому поставим себе в соперники El Nico, поставим трассу «Каменные джунгли» бонусную и посмотрим, к чему это все приведет. Итак, друзья, бонусная трасса «Каменные джунгли» и две бонусные машины. «Эль Нико» — это самая быстрая, имеющая максимальную скорость наибольшую и наибольшее значение ускорения машина в игре. И наш «Ягуар», который имеет наилучшее управление и наилучшие тормоза в игре, и по этой именно причине является моим приоритетом, потому что я ценю в основном именно качество управления, а скорость и ускорение это уже на второй план. Но надо сказать, что Jaguar, конечно же, ни в коем случае не уступает скорости и ускорению каким-либо другим машинам, кроме El Nico. И еще одна машина, это Mercedes SLK. Но, как я уже упомянул в прошлой серии, Mercedes это бонусная машина. Mercedes нельзя использовать в третьей части в режиме ходи от полиции. А так, конечно же, этот Jaguar обладает намного большим ускорением и максимальной скоростью, чем любые другие небонусные машины, в том числе и Tall Design Shigera и Lamborghini Diablo SV. Ну, в принципе, мы видим, что и здесь мы выиграем у El Nico, хотя не намного, всего 4 секунды, но оставили позади. Эта трасса, видите, проходит в режиме ночного времени суток, хотя это... Я не ставил на трассе этот режим. Я напомню, что этот режим можно выставить вручную на любой из трасс. Но он мне не нравится, поскольку, ну, как, ночью и должно быть темно, но и не очень-то все видно. Свет от фар в то время нормально делать не умели, поэтому, ну, выглядит, так скажем, не очень. Плохо сказывается на качестве гонки, на качестве управления. Поэтому я этот режим не использовал, и здесь вот он нам сделан, так сказать, навязано разработчиками, хотя, конечно же, это все-таки еще не ночь, а где-то такой поздний-поздний вечер. Часов, может быть, 22 в летнее время суток. Но видно все более-менее неплохо, хотя уже, как видите, горят фонари. В принципе, на этой машине и на этой трассе особо бояться нечего, потому что получить штраф нам может только... тот случай, если мы ошибемся, прям так фатально конкретно влетим в полицию или в угол здания или встречную машину. Так-то нас никто даже близко не догонит ни на одной из полицейских машин. И, в принципе, эта трасса не очень сложная. Скажем, та же трасса из 8 серии «Взлет» или, в принципе, «Аквапарк» намного-намного сложнее. Эта трасса средняя, и вот здесь есть, кстати, такой вот небольшой срез. Срез довольно-таки сложный, видите, много углов, но на небольшой скорости вполне проезжается, хотя экономится немного. Видите, отставание у Эльника как было 4 секунды, так и осталось. Хотя вот эту всю машину, все машину Эльника назвали почему-то Эльнина. Не знаю почему. Так, круче звучит, согласитесь. Как-то по-латински. Странно довольно-таки заграждение, не находите, друзья? Вместо того, чтобы перегородить всю дорогу, они стали вот таким вот странным образом. И место найдено, конечно же, неудачно. Трасса довольно-таки широкая. Лучше бы вот где-нибудь вот в этом месте бы попытались преградить нам путь. Может быть, было бы более успешно. Как неудачно я влетел. Совсем не видел из-за того, что... Из-за прыжка, из-за того, что трасса шла вверх, эту машину. Из трафика. И позволил нашему сопернику обогнать меня на 3 секунды. Да, друзья... С El Nico шутки плохи. Сейчас попытаемся это дело исправить. Ну вот, как-то так. Вертолет, друзья, полицейский. Но он никаких неприятностей не причиняет.
Кроме того, что просто смотрит, где мы находимся. Слишком резко здесь затормозил. Тормоза отменного этого ягуара. Что и говорить. Ну, тут ошибка за ошибкой просто. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это может быть опасно. Да, это штраф. Он не видит дыма и замолчал. Посмотрите, как он странно одет. Я даже не знаю, что мне эта одежда напоминает. Какого-нибудь средневекового вампира. Плащ такой. Поснимались воли здесь над полицией разработчики. Ну, трасса-то бонусная, почему бы и нет. Так, опять впереди наш друг оторвался на 3 секунды. Из-за того, что пока нас там штрафовали. Сейчас его обгоним. Потому что финиш уже близко и опасно это все. Ну вот, обогнали. Он там еще и врезался куда-то. Вот этот самый неприятный поворот перед финишем. И, в принципе, мы на первом месте. И заканчиваем прохождение. А я желаю всего самого доброго и всех благ.